21 октября 2015 года Казани, Верховный суд Республики Татарстан составил предписание. Но тем устойчивым уровнем депутата строго соблюдался в применении ролей, так залит составил банды действия и принимая решение единолично, предложил на себя функции организации руководства деятельностью банды, принимая решение о нападении и убийстве лиц, препятствующих реализации их целей и задач, тщательно планировалось проиграл воли совершения преступлений между участниками банды, приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы, длинные предметы, передавал участникам банды для совершения конкретных нападений, материально обеспечивал финансирование средств общака, организованную группу центровских деятельных банды. Путем приобретения огнестрельного оружия, боеприпасов и иных предметов, необходимых для совершения конкретных нападений, обеспечивал безопасность и конспирацию деятельности банды. Гребзан, Абрамин, Кузяров, Мерзгалямов, Визинович, являясь участниками банды, исполняли указания его руководителя Зарипова, непосредственно участвовали в совершении преступлений. Также граждане, осужденные за участие в банде Замалиев, приговором Верховного суда Республики Татарстан 16 мая 2013 года, Патранин, приговором Верховного суда Республики Татарстан 29 мая 2013 года, с целью обеспечения вооруженности банды, осуществлялись охраны всего огнестрельного оружия и боеприпасов, следили за этим низким состоянием, исправностью, пригодностью к стрельбе, готовили огнестрельное оружие для совершения конкретных нападений и убийств.